Покоя, мира мы не знаем. Дети под обстрелы в школу ходят, под обстрелы в садик ведем, под обстрелами. Вот, я же говорю, если бы вчера это по дороге случилось, как мы забирали внучку с садика. И что бы было бы? Ну что бы было? Мы даже спрятаться нам негде бы было. The locals tell us that, in their words, of course, it was Ukrainian shelling. And once again, we are here in Staromikhailovka. And last night, Staromikhailovka, for the third time this week, has come under shelling from the Ukrainian army. The new technique that Ukrainian forces are using, they are bringing out their BMPs and randomly firing on these civilian areas. Staromikhailovka has come under many times fire in the last week, Alexandrovka, Gorlivka, many other areas. And we can see here now that since the electric was knocked off from this street from the shelling, the electric services of the Donetsk People's Republic are here repairing the lines to bring the power back to these people. Even though this is a place that comes under almost daily shelling, there's still people living here. They've been living here for 5 years. It's hard to see these people living under these conditions. I say it always, many times a month. Something needs to be done to stop the Ukrainian army from shelling civilian areas. This is a fact that this is happening on a daily basis. The international community needs to wake up and stop the Ukrainian government from doing this. Please share my video, like it, and subscribe if you're new. Something needs to be done. У вікно, от, і все. І до сих пор не отойду. Скільки часу це було? А це було 5 часов, по-моєму, полшостого. Десь в це час. Ще видно було. Я час точно не скажу. Наскільки сильно був обстріл? Як довго продовжувався? Ні, не довго. Ну, вона от сюди гахнула, ось в ці провода. І все, і затихло. Ну, не знаю, минут 20-30, я не знаю. Время я сидела под телевизором, смотрела, слышу, что упало, уже ж привыкли до этого. А выхожу, только выхожу, а слышу, сыплется вот тут разбитого. Ну, и думаю, где ж, я на счетчик гляжу, а свет выключу сейчас сразу. Счетчик работает. Думаю, что ж такое? А тогда побачила окно, что разбитое. Ну и вышла на улицу, вот, и уже там... Растягували провода. Молодой парень из того дома, Андрей, растягивал. Потому что они и скрыли. Лежали два провода на дереве там. И скрыли вообще. И он растянул. Позвонили, чтобы приехали. Вот только приехали. Как часто обстреливают в последнее время ваш поселок? Да, часто. Даже не знаешь. Вот устала, сейчас хожу. А вечером что будет, не знаю. Вот так мы и живем. Я на это не обратила внимания даже. Я послышала там, как сыпалось, и я его то почула. А сюда не обратила. И вот хожу целое утро, не видела. Если бы мне не показали, я бы... Первый раз вас обстреливают? Вот так? Ну, да, первый. А обстреливают? Ну, не попадала. Ко мне не попадала, к соседям не попадала. И где? Ну, через дорогу. Там потолок, вот у крышу им попало, потолок попало. Где вы прячетесь во время обстрела? Как же спросили? Где вы прячетесь во время обстрела? Ну, в доме сижу. Где я могу прятаться? Погреб. Прикрываясь погребом, скорее сдохнет там. И не найдут. Тут хоть в доме. Дома сижу в коридоре. Все. Никуда не хожу. Ну, раз и что? Значит, где-то с той стороны. Что мы делаем? Да.
восстанавливаем линию электропередач. Да? Да. Это от обстрела, да? После обстрела, да. Вим, ремонт много раз, как это, после обстрела? Сколько времени? Как часто? Как часто? Ну, с 14 года. Часто. Угу. Сейчас вы приехал ремонт много мест после обстрела. Ну вот здесь. Одно повреждение или больше? Место здесь только. Только здесь? Да. Ну как часто выезжаете на ремонт в Старой Михайловке после обстрелов? Ну бывает, в неделю не выезжаешь, бывает два раза выезжаешь. Скажите, страшно работать по ремонту? Ну, едем, доработаем, потому что люди такие же живут, надо выручать. Что же делать? Попали в такую ситуацию. Вот, вот, смотрите. Это либо она внутри взорвалась, а сюда выходила все, эти осколки. И вон, смотрите. Он все разбито, он волною упал забор. И в соседке крыша поднялась, а тоже он отвидать от волны взрывной. А вот. Сколько это случилось, как долго продолжалось? Это было или начало пятого, ну или около пяти, не больше. Вот как раз ровно на ровном месте. Мы ребенка только забрали с садика с дочкой. И сидели в кухне, пили чай над окном. И как летит оно, как засвистит. И вот это сразу какой-то дым пошел, непонятно. Мы вообще ничего не поняли. Выскочили сюда. Вроде бы как бы это сразу. А оно вот забор упал. Он оттуда вот забор упал. Соседский это все. И вот это вот. Все побито. Откуда это стреляет? Мы не знаем точно. Я не знаю точно вообще. Ну, если оттуда, значит, оттуда ваш летело сюда. А что там? Ну, кто там? Вы сами же прекрасно понимаете, кто там стоит. Те люди, которым мы вообще не нужны, которые нас не ценят. Не мы же. Вот здесь, покажите мне, пожалуйста, покажите мне, здесь армия стоит какая-то, либо блокпост, либо что-либо. Здесь мирные люди сидят, мирные. Мы устали уже. У меня на почве этой войны уже болезнь началась сама по себе. Я устала от этого всего, я не понимаю, честно, за что нас уничтожают? Что мы не так делаем? Ну, вот результат всех событий. Кто там находится? Ну, ВСУ, украинские войска. И зачем вы подумал, они стреляют здесь? Не, ну подождите, ну а кто здесь может стрелять? Здесь же не могут стрелять. Зачем? Зачем они, зачем они обстреливают мирных жителей? А, зачем они это делают? Ну, наверное, мы им мешаем здесь. Или я не знаю, что они хотят этим. Я даже не могу вам на этот вопрос ответить. Уже 6-й, 7-й год мы не знаем, что это такое. Покоя, мира мы не знаем. Дети под обстрелы в школу ходят, под обстрелы в садик ведем, под обстрелами. Вот, я же говорю, если бы вчера это по дороге случилось, как мы забирали внучку с садика. И что бы было бы? Ну, что бы было? Мы даже спрятаться нам негде бы было. Ну что это? Я не понимаю, зачем? Они сказал украинские войска не стреляют на гражданские. Они сказали, они только стреляют на военные. А, значит, вы хотите сказать, что здесь военное положение, да? У меня вот здесь вот это вот крыша моя, вот эта кухня моя. Это военное положение. Нет, это не военное положение. Это уничтожение нас, мирных жителей. Я только говорю, опять-таки не могу понять, зачем. Что вот я, например, кому-то сделала? Нет, я не знаю. Я же говорю, я не уверена. Мы с мужем, муж у меня инвалид третьей группы, он не может залезть посмотреть. Я тоже боюсь лазить поверху. И я не знаю, что там. Может, она и не разорванная, либо может быть разорванная, потому что вот на наружу повыходило все. Не знаю я. And we moved on to the next location. This is the street of Первомайск, still in the Старомихайловка village on the edge of Donetsk, not far from where we just were. And we could see here another impact directly from Ukrainian-controlled territory. We talked to the resident here, and they say, of course, it was Ukraine firing on the civilian neighborhood, and they don't know why. It's just something that happens on a daily basis. They're used to it. So
this really needs to stop. I mean, this is just ridiculous in today's day and age that a developed country's army is firing on civilians on a daily basis cannot continue. This needs to stop. Please share this across all social media so the world can know.